индикатор угарного газа с AliExpress. На вид вроде все прогорело уже, то есть просто угли, не дымит уже ничего. Закрыл трубу сейчас, вот полностью закрыта. То есть в принципе как бы не пахнет ни дымом, ничем, просто идет теплый воздух. А индикатор у нас включился сейчас, просто я заметил, что-то начал показывать. Вот, но тревогу не бьет, потому что он начинает пищать и экран загорается красным. Вот, я не знаю, какой здесь предел, то есть когда он включается. Сейчас, кстати, можно попробовать кинуть бумажку и посмотреть. Сейчас попробуем, чтобы дым пошел. Но дело в том, что он не совсем на дым, он именно вот угарный газ меряет. Сейчас попробуем. Так, ну дым пошел. Кинул я два листочка А4. Интересно, что он покажет теперь. Ну пока 80. Ну, блин, дымовуха сильная, конечно. Ну давай что-нибудь изобрази. Вот видите, не дым, а именно угарный газ должен быть. Так, бумажки загорелись. Надо открывать. Иначе тут задымим все. Так, сейчас они прогорят, и я опять попробую закрыть. А, ну вот уже показывает, что там. 120 показывает. 130. Просто интересно, какой порог срабатывания, когда сработает сирена. Так, бумажки прогорели. Можно опять закрывать. Посмотрим. Вот опять 90. Опять 90. Интересно. 80. То есть не довел ее все-таки сейчас до срабатывания. Но, в общем, в принципе, работает. То есть я так понял, когда ему уже что-то не нравится, он начинает мерить. То есть включает замеры. Вот. А когда тревога, я вот, честно говоря, сейчас не довел до этого. Может быть, 250 где-то, я, по-моему, инструкцию что-то видел. То есть, в общем-то, сначала загорится зеленым экран. Вот, при каком-то значении. И потом экран загорится красным и пойдет звуковой сигнал.